Всем привет, дорогие друзья, с вами я Тут, мы продолжаем играть в Мафию 3, и сейчас мы будем делать вот этот вот квест, который называется «Мусор», и нам нужно покурить с Марией Бава. Вот мы на таком вообще развалившемся драндулете приехали по месту назначения, давайте пойдем с ней пообщаемся. Я только что убегал от полиции, еле убежал. Так, где-то здесь, кстати, есть медицинский... Так, вот девушка. Вы не такой, как я думала. Ну, давайте потречим. Это была ошибка, мне лишние проблемы не нужны. Мне сказали, ты работаешь на свалке, и у тебя может найтись для меня информация. Мария Бава, я всего пару месяцев на свалке, в бухгалтерии работаю, знаю, что жуть, как интересно, у нас всем заправляет Пол Симмонс. Хотя все его называют щенком, мы должны остановить его. А что он делает не так? Сбрасывает мусор в залив, вымогает деньги у водителей из других компаний по сбору мусора. Это не самое страшное, что они делают, верно? Мистер, они убивают людей, щенок, мистер Симмонс, он не умеет тихо говорить по телефону, он орал на одного из уборщиков. Все время повторял, мол, им заплатили за то, чтобы они от кого-то избавились. Ты знаешь, когда эти уборщики будут здесь? Нет, но об этом может знать кто-то еще из тех, кто на свалке работает. Я постараюсь поискать информацию про этих уборщиков и про весь остальной мусорный бизнес. Все будет хорошо, Мари, ты все сделала правильно. Люди мистера Симмонса могут знать об этом больше, этих незаконных делах. Окей, смотрите-ка. Прикольная какая девчонка с такими серьгами круглыми в ушах. Вообще, мне очень нравится, как здесь прорисованы персонажи. Очень прикольно, реально. Нам нужно устроить разгром на свалке и нанести 50 тысяч урон. Давайте с ней еще потрещим. Ненавижу все это. У меня такое чувство, что я крысятничаю, предаю людей, с кем работаю. Ты знаешь, дурочка, их всего 2 месяца. Кстати, здесь у нее, смотрите, костюм химзащиты. Вот это прикольно. И точилка есть. Ну, точилка нам, наверное, понадобится. Ага, мы не можем отсюда выйти. Ну ладно, давайте сваливать. Ну что, давайте смотреть, что у нас есть. Итак, у нас есть вот, устроить взрыв на свалке. Один вариант. Что-нибудь еще? Больше я ничего других вариантов пока что не вижу. Ну что, давайте тогда устроим им взрыв, раз они хотят. Вот у нас здесь есть какой-то грузовик, но мне кажется, что грузовик нам совершенно не нужен, нужно искать что-то другое. Ну ладно, давайте для начала грузовик возьмем. Поехали. Так. По-моему, где-то здесь электроника лежит. Не знаю где. Где-то тут. Может быть, рядом с телефоном? Вот тут вот где-то. Давайте посмотрим. Вот она. Отлично. Ну все, поехали. Заниматься своими темными делишками. Залезаем в наш грузовичок и сваливаем. Все. Едем. Вот, кстати, едет какой-то бензовоз опять или что это? Водовоз. Полиция, черт, чуть не врезались в нее. Так, едем сюда. Здесь наши пацанчики тусят. Этот бизнес мы уже отжали. Это были железнодорожники, которых обкрадывали и будут обкрадывать теперь наши люди. Отлично. Ну, кстати, грузовик не так уж и слабо едет. Особенно в горку, если учесть, упал. Вполне нормально, мне так кажется. Так, давайте здесь проедем. Зачем нам так хитро нужно было ехать через гору, я не понял. Мне кажется, быстрее было бы через город проехать. Ну да ладно, я еще пока здесь улицы не совсем хорошо знаю. Ой-ой-ой-ой-ой. Мы почти приехали с вами. Давайте здесь развернемся. И доедем вот сюда. Так, здесь у нас, вон, я вижу бронежилет. И дофига народу. Будет весело, я так чувствую. Полиция едет.
И реально свалка, смотрите, то есть прям дофига мусора. Стоп, стоп. Давайте сюда. Вот, сюда мы приехали. Так, все, мы на месте. Так, устроить взрыв на свалке. Давайте, наверное, наших подручных вызовем. Посмотрим, что у нас из этого получится. Давайте, давайте, пацаны. Рище. Пошли, вперед. Так, этого сняли? Давайте дальше. На тебе, сволочуга дозорный. Так, ну куда, наверх надо или куда? Здесь мусоровозы стоят, смотрите, прикольные. Так, бабло. Бабло — это хорошо. Тут у нас ружье. Давайте перезарядимся. Так, ну здесь пацанчики вроде все сделали. Ой-ой-ой, по нам кто-то стреляет. Где он? Так, двух наших замочили. Давайте наверх поднимемся. Посмотрим, что там. Здесь, походу, нет ничего. Так, вот тут какая-то комната. Отлично, смотрите, пачки денег. То, что надо. Давайте здесь заберем. Картинку снимем. Еще бабло. Так, что здесь? Бабло. Отлично. А вот там вот еще какая-то комнатка. Давайте туда сбегаем, посмотрим. Так, здесь нет. Здесь больше ничего нету. Ладно, вот здесь вот еще деньги какие-то были. Давайте посмотрим. Ага. Вот. И вот здесь вот сумма какая-то. Ага. Вот. Есть. Так, что... Ага. Вот оно, взрыв. Так, ну, видимо, вот эта штука как-то активируется. Давайте посмотрим ее, как она активируется. И что мы с ней можем сделать. То есть пока на текущий момент мы здесь всех зачистили. Вроде как. Давайте посмотрим дальше. Быстренько. Ну, кого-то видит. Так, тут еще бабло. Давайте сюда. Слушайте, а мы туда не проберемся. Туда надо было сверху пробираться, походу. Блин, назад опять идем. Ладно, давайте деньги соберем здесь. Может быть, здесь еще что-нибудь есть? Нужное. Вот, бабло. Отлично. Вот тут вот еще что-то есть. О, еще бабло. Смотрите. Снайперка.
Так. От кого ты там прячешься все, дружище? Давайте сюда. Здесь поверху сейчас пробежим. И там спустимся. Так, на 38 тысяч мы уже разгром сделали. Да, блин, мы были вообще на этой точке. Что с этой штукой делать? Убегаем. Убегаем. Сволочуга хотел нас убить. Надо было его убить. Тоже. Сволочь такую. Так, давайте подхилимся. И заберем вот этот вот. Да, медицинский ящичек. Все, давайте уходим со свалки. Давай, сваливай, сваливай, сваливай. Сваливаем. Что сейчас будет, большой бух? Оу. Это было круто. Так, что дальше? Устроить разгром на свалке. Мы сделали. Утилизация мусора на... Так. Вот здесь вот теперь, да? Допросить вымогателей денег. И здесь у нас... Допросить вымогателей денег. Ладно, давайте поехали сюда. Так, давайте-ка мы вот здесь вот сейчас притормозим. Поставим жучка. Здесь где-то жучок должен быть. Хм. Нет, походу с той стороны. Ну давайте посмотрим с той. Вот он. Давайте его поставим. Так, есть. И сюда есть. Давай, 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 ставь. Готов. Так, и здесь заберем плату. Так, отлично. Здесь мы справились. Теперь давайте вызовем нашу перевозчицу денег. Где наша Speedy Racer? Вот она. Отлично. Давайте быстренько к ней подбежим. Сдадим бабло. На, красотка, отвези. Так, ну и сами садимся в машину и сваливаем туда, куда нам нужно. Поехали. Так, полиция. Проезжаем аккуратно, а то несколько раз я уже сталкивался с полицией, и уходить реально с трудом получалось. Приходилось даже иногда откупаться. Ну блин, а откупаться — это большие суммы денег уже. Это вам не 100 рублей потратить. Так, ну вот там вот ребятки стоят. Давайте посмотрим, что там за ребятки. Кстати, мы сейчас, знаете, что посмотрим? Вот здесь вот есть... Давайте, наверное, туда подъедем вначале. Там есть прослушка, мы ее поставим, а потом вернемся сюда. Ну и заодно там еще здание есть другое. Полное, кстати, бандюков. Вот они, мусоровозы. Блин, а где прослушка-то? Я не вижу, где прослушка. Неужели она где-то внутри здания? Вон оно. Давайте аккуратненько попробуем. Так, сюда. Отлично. Есть. Теперь сюда. Готово.
Есть. Ну что, давайте попробуем. Так, допрашиваем этого козла. Так, я хочу знать, что вы там, придурки, мутите. После того, как ты сделал, эти нелюди открыли на тебя охоту, и стряхнуть их с хвоста тебе не удастся. Завербовать. Теперь главное, я тут. Так, давайте вот того попробуем снять. Так, здесь бабло взяли, плейбой взяли, еще бабло взяли, взяли. Где он? Блин, я его не вижу. Вон он. Уходи, дурак! Блин, козлина, все потратил наши хилялки. Сколько у тебя патронов-то? Сволочь. Взбесил меня просто, козлина. Ладно, давайте деньги соберем. Вот тут еще деньги. Вот здесь вот еще где-то должны быть деньги. Вот, смотрите, сколько пачек. Просто жесть. Ладно, это нам компенсация за наши переживания. Отлично. Давайте теперь сюда. И где-то здесь еще стоит у нас электроника лежит. Сейчас мы ее тоже заберем. Наверное, где-то вот тут. Вот она. В мусорке лежит. Все, есть. Мы с вами здесь все сделали. Давайте уходим. А, смотрите, здесь мы уже допросить никого не сможем. У нас уже поменялись приоритеты. Значит, у нас что есть? У нас есть украсть деньги из тайника. У нас есть убить уборщиков. У нас есть мусор, обыскать и уничтожить мусорные баржи. И отыскать и уничтожить мусорные баржи. Так, итак, друзья, куда же мы пойдем? Наверное, вначале пойдем мы с вами на баржу. Баржа, баржа, баржа. Баржа у нас вот здесь вот находится. Отыскать и уничтожить мусорные баржи. Ну, давайте попробуем поискать и уничтожить. Единственное, чтобы нам всем этим разрулить, что нам нужно будет? Ну, во-первых, нам нужно будет сдать деньги. Давайте мы их сдадим, это важно. Чтобы у нас в случае нашей смерти бабло не отобрали. Это раз. Вот наша девчушка. Привет. На. Так, деньги мы отдали. Второе, что нам нужно будет сделать. Вот здесь вот где-то есть микросхема. Давайте ее заберем. Отлично. Дальше. Следующее. Давайте потихонечку пойдем к баржам. Вон они там, 170 метров. Слушайте, здесь пирс какой-то. Я думаю, что есть смысл на машине сюда проехать.
Сейчас попробуем именно на... Где наша машина-то, господи? Вот она, наша машина. Как же мне здесь не хватает поездов, если бы вы только знали. Кстати, вот давайте туда проедем, и тут вот у нас электросхема есть какая-то. Вот здесь вот где-то, видимо, с той стороны. Так-так-так-так-так-так-так, вот сюда, и вот где-то здесь. Где? Неужели в доме? Да, наверное, в доме. Давайте откроем его. Забираемся туда внутрь. Так, вот она схема. Забрали. И теперь поехали туда на пирс. Так, я вижу там лодки. Девчонки тут каких-то ходят. Поехали сюда. Вау, смотрите, яхта какая прикольная. Или это не яхта, это корабль. Вот опять, почему нам нельзя рулить такими кораблями? Так это обидно на самом деле. Так, вот сюда давайте-ка. Проберемся сейчас. Вот она, баржа. Так, и посмотрим, что у нас там есть. Есть дозорный. Так, пошел нафиг. Так, есть. Давайте-ка мы вызовем нашу братву. Так, сейчас братва подъедет, нам поможет. Вот там дозорный идет. О, хорошо пошло. Так, надо вот туда пробираться и дозорного как-то снимать. Так, давайте-ка подхилимся. На тебе, сволочуга. На тебе. Готов. Так, хилимся. А хилиться нам больше нечем. Ну, по крайней мере, бандос один остался. Надо ну, как-то его аккуратненько снять. Где он там? Так, тут какая-то записка, давайте почитаем. Прочитать. Да-да-да. Напоминаю, халтурить и оставлять, отставать от графика у нас категорически запрещено. Клиенты платят нам за то, что мы решаем их проблемы, а не за то, что раскидываем дерьмо по всему штату. Следуйте правилам или выметайтесь. Конечно, там чувак... с дробовиком. Вот так вот. Нет, это был походу не дробовик. Это ему не повезло. Но зато нам это как раз то, что нужно. Так, давайте собираем деньги. Посмотрим, что у нас здесь еще есть. Я думаю, что здесь много чего еще полезного. Бабло.
Отлично. Еще бабло. Так. Здесь вот где-то, видимо, на улице, что ли, бабло. Да, смотрите, целый саквояж денег. Еще деньги. Вау, класс. Так, ладно, а что с этими бочками-то делать? Мусорные баржи нужно уничтожить. Но как нам их уничтожать, я не понимаю, честно. Нет, это не тот вариант. Может быть, попробовать что-нибудь кинуть? Давайте попробуем вот так вот же. Но что-то я сомневаюсь, что это поможет. Да, нифига, это не помогает. Может быть, как-то что-то надо понажимать? Блин, как их взрывать-то? Гранату попробовать кинуть. Что у нас есть из взрывающих? Так, граната есть. Ну давайте попробуем гранату. Так, Ж. Нифига. Очень здорово. Все просто зашибись. Только я не знаю, как и что делать. А так все классно. Может быть, баржа... это же у нас не баржа. Это же у нас именно... Вон баржа. Так, давайте попробуем вот так вот сделать. Есть. 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 Так, и так нам осталось всего лишь 12 тысяч сделать. У нас есть 8 патронов. И в принципе баржи... Здесь есть еще одно место, где их можно снять. Баржи мы можем уничтожить именно с воды попробовать. Давайте попробуем именно так и сделать. Подальше отойдем, отъедем с вами. Тут вот еще одно место есть, вот они, баржи. И попробуем с этими баржами разобраться. Там же тоже баржи. Так, вот они, баржи. Отлично. Раз. Два. Три. Четыре. Есть. Много там народу-то вообще? Готово. В принципе, там тоже могут быть деньги какие-нибудь. Можно туда, в принципе, подъехать. Посмотреть, что там будет. А, вот здесь еще баржа, смотрите. Урона на 2000 осталось нанести. Ну, давайте сейчас мы, знаете, как сделаем? Отъедем вот сюда вот. Выберемся на землю. Вызовем нашу доставлялку денег. Только она сейчас наверх приедет, да? Да, она наверху. Наверху это немножко не то, что нам нужно. Так, давайте сюда попробуем еще раз. Она уже используется. Черт. Ладно.
Давайте попробуем здесь еще тогда поползать. Не знаю, найдем мы кого-нибудь здесь или нет. Так, взламываем замок. Но здесь я что-то больше не вижу, ни денег, ничего. А зато вот там вот где-то бандюган ходит. Где он там ходит, хрен его знает. Ладно, давайте попробуем туда пройти дальше. Не знаю, насколько эта идея хороша, но сейчас попробуем сделать. Давай, поднимай. Вот там вот кто-то наверху сидит. Где он? Он где-то здесь. Готов. Так, ну что, здесь мы вроде как все сделали. Доки нарушили. Здесь наверняка что-нибудь еще должно быть. Давайте вот это мы возьмем. Какое-нибудь бабло или еще что-нибудь же должно же быть здесь. Не может же быть, что здесь просто пусто и все. Это вообще, чуваки, не похожи на бандитов. Что ж, мы просто так мирных людей убили? Вау, прикольно. Так, ну, судя по всему, здесь мы больше ничего не найдем. Поэтому нужно будет искать другое место. В частности, убить уборщиков. А здесь тоже мусорные баржи. Давайте тогда сделаем вот что. Сейчас поднимемся здесь. Так, здесь мы сможем. Сможем, да, давайте. И попробуем сейчас тогда вызвать перевозчика оружия. Вон он там. Давайте к нему. Потому что нам нужны снайперские патроны. Нужны. И мы сейчас тогда еще одну баржу с вами взорвем. Давайте сюда пробегаем. Привет, друг, как дела? Все нормально? Все пучком? Так, все, собираем, уходим. А, блин, надо было еще... Стой, мужик. Сейчас, вот машина еще едет. По забору денег. И тут есть еще одна вещь очень важная. Так, деньги мы отдали. Давайте сейчас еще раз вызовем вот этот вот грузовичок. Потому что нам дали возможность увеличить боезапас. Давайте увеличим хотя бы на что-то. Так, да стой ты. Да, вот сюда. Давайте заходим и смотрим. Винтовки, точность, боезапас. Есть. Так, с боезапасом мы решили вопрос. Давайте посмотрим по автоматам. Блин, зачем я его взял? Нет! А, это мы вообще его купили. Ладно, отлично. Походу мы без бабла остались. Ладно, давайте посмотрим, что здесь можно было бы сделать. Точность, патроны. 10 000 стоит. Ладно.
Блин, у нас автомат грёбаный. Мы винтовку просрали. Ё-моё. Ну ладно, побежали. Блин, пипец. У нас была такая классная винтовка. Мы взяли все и просрали. Ладно, поехали. Сейчас попробуем вернуться на предыдущую пристань. Если там еще оружие валяется, в чем я очень сомневаюсь, то можно его, в принципе, подобрать будет. Ну и потом дальше поедем туда, вот к тому месту. Блин, снайперка, это то, что нужно. Зачем я зачем я это сделал? Блин, не знаю. Ладно, уходим. Да давай, гази, гази. Ничего, катер какой-то медленный нам достался совершенно. Вот сейчас мы к предыдущей пристани подъедем, посмотрим, остались там какие-нибудь после наших боевых действий пирожки с капустой или все погорело. Давайте посмотрим. Да, все погорело, конечно. Нифига здесь нет. Блин. Ядрить тебе. Ладно. Поехали. Уходим. Уходим, уходим. Едем теперь. Да что ж ты делаешь, ты ёпарные кексы. Так, 800 метров нам нужно будет проехать. И мы тогда там сейчас с вами забубеним. Вот, кстати, у них, это тоже их катер. Видите, там какие-то мусорные бочки стоят, токсичные. Ну вот, смотрите, разогнался нормально до 60 миль. По-моему, прикольно, почти как точило. Еще дождик пошел зачем-то, непонятно. Кто-то катер сбросил, вы видели? Обратили внимание? С левой стороны было. Сваливаем. По-моему, по нам стреляют. Уходим. Так, давайте посмотрим, куда нам нужно ехать. Лон нанесен. Украсть деньги. Щенок отправил Ханисада подтирать дерьмо после таких недавних грязных разборок. Если зайти с заднего холма, то этот урод будет у вас как на ладони. Так, убить уборщиков. Ну, это нам не нужно. Нам будет нужно сюда. Так, и нам тогда нужно будет как-то подняться сейчас туда наверх. Вот здесь вот. Давайте выбираться. И нам нужна какая-нибудь машина будет. Давайте найдем машину. Здесь, конечно, тяжеловато будет машину найти, но там какой-то грузовик уже вижу. Грузовик нам вполне подойдет, но нам нужно будет не просто... О, кстати, смотрите, новые грузовики какие-то. До этого грузовики все были либо с тентами, либо с этими, как они называются, с цельнометаллическими фургонами. А здесь они бортовые, такие прикольные. Все, вот таких я до этого не видел грузовичков. Давайте вот этот заберем. Поехали. Ой. Готово. Ворота мы открыли. Выезжаем.
Так, но перед тем, как нам отправиться непосредственно на наше приключение, нам нужно подхилиться будет с вами. Ну, вот здесь вот, наверное, есть что-нибудь. Давайте попробуем сюда забежать. Посмотрим. Смотрите, денег у нас нет. Вызвать мы никого не можем. Ничего не можем сделать. Просто полнейшая жесть на самом деле. Что творится? Так, вот здесь вот, видимо, какой-то там проход есть. Давайте туда перебежим. И туда, там, видимо, какая-то есть медицинская. Медицинские препараты, можно подлечиться. Так, есть. Сюда заходим. Привет. Так, тут у нас и электроника, и медицина. Отлично. Все, сваливаем. Так, где наш грузовичок-то? Чуть как мы далеко ушли. Вот здесь находится наш грузовик. Сейчас мы его возьмем и поедем. Все, поехали. Давай газу. Я тоже бибикать умею. Можешь не бибикать. Сейчас мы с этой девчонкой встретимся, она нам скажет что-нибудь такого хорошего, и мы поедем уже тогда непосредственно прямо на дело. Так, полиция едет. Посмотрели на нас косо. Теперь сюда едем. О, извините, мадам. Блин. Надо сваливать. Давай газу. Уходим, уходим. Так, тут у нас что-то есть. Давайте посмотрим. Пока они нас там ищут, мы здесь спокойненько пересидим. На грузовике на нашем. Так, все. Опа, полиция едет. Давайте-ка убежим от полиции. Все, проехали. Я не знаю, надо было прятаться или нет, но спрятались и спрятались. Все, теперь едем дальше. Так, отлично. Здесь мы совсем разрулили с вами. Вот можно еще здесь заехать. Взять запчасти. Ну вот вроде проезжает, можно было не прятаться, значит, в тот раз. Так, вот здесь вот что ли за помойкой. Как так прятать можно? Вот она. Есть. Давайте добираемся до Марии. До этой. Я, честно говоря, думал, когда написали, что это Мария, что она негритоска, почему-то у меня такое было ощущение. Но на самом деле совершенно нет. Не негритоска. Судя по всему, нам нужно подняться куда-то. Или здесь где... Ой-ой-ой-ой. Извини, друг. Извини, извини. Нам вот сюда вот. Все. Останавливаемся, выходим. Вот я про такие грузовики говорил, с тентом, которые. В принципе, это же такой же грузовик, только сверху еще накидушка. Но вот. Получилось так, что теперь есть еще и другие. Но это здорово. Чем больше машин, тем лучше. Вы навели шороху на помойке и напугали всех до смерти. Так, да, продолжаем. Щенок, то есть мистер Симмонс, меня сегодня уволил. И тебя это радует? Похоже, у них проблемы с бизнесом, раз он не может мне платить. Но, честно говоря, я рада отказаться от этого, оказаться от этого места подальше. Щенок сейчас на свалке. Да, что вы собираетесь делать? Вы убьете его? Все зависит от щенка. До встречи, Мария.
Так, итак, нам нужно поговорить с Полом Симмонсом. И здесь же где-то у нас есть аптечка. Интересно, а где аптечка-то? С той стороны, что ли? Ну, сейчас найдем. Так, о, хпшечка у нас полная. Вот она, аптечка. Ну что же, дорогие друзья, нам пришлось сделать небольшую паузу для того, чтобы заработать деньги, для того, чтобы начать задание по уничтожению Пола Симмонса, ну, либо вербовке его на нашу сторону, поэтому пришлось немножко поездить по разным дополнительным заданиям, пособирать деньги. И вот у нас, в общем-то, теперь есть некоторая сумма, на которую мы можем рассчитывать. Давайте посмотрим, что у нас есть. Возьмем снайперскую винтовку и попробуем поснимать этих гадов. Так, судя по всему, это не работает. Сейчас потихонечку-потихонечку будем снимать их. Вот, давай-давай, иди сюда. Свалили они, что ли, все? Нет, здесь нет никого. Так, они выбежали на улицу. Слушайте, они по нам попадают. А мы нет. Ушел, сволочь. Далековато мы засели. Ну а что делать? Готов. 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 Так, ну что у нас? Тут еще дофига дозорных. Готов. Так, этого мы сняли. Готов. Блин, нет, не готов. А вот теперь готов. Давайте перезарядимся. Там вот эти вот бигбоссы идут. Давайте, вылезайте сюда. Мы с вами разберемся. Ну не стесняйтесь. Чего стесняться-то? Здесь все свои. Готов. 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 5 патронов еще осталось.
Что, давайте спускаться, короче. Можно еще вызвать машину нашего подкрепления, чтобы подвезли нам патрончиков. Давайте. Вот она едет. Бешеная, оранжевая табуретка. Так, собираем. Пополняем. Свободен. Уходим. И теперь давайте еще, наверное, вызовем наших друзей. Так. Где наши друзья? Вот они. Давайте вызываем. Так, пацаны, работаем. Давай, давай, пошли, 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 вперед, вперед. Так, ну вот сюда нужно подняться. Готов. Перезарядимся. Так, подхилимся. Еще подхилимся. Готов. Кто-то еще стреляет. А вот. Давайте дальше. Так, тут бабосики у нас. Ну что, давайте пообщаемся с ним. Какая-то долгая встреча была, друг мой, если бы ты только знал. Завербовать. Работай на меня, и у нас не будет проблем, иначе проблемы будут. Хе-хе, ладно, все, что спросишь, чувак. Вот видишь, все как просто. Итак, мусорный бизнес захвачен. Так, мы его отдаем Кассандре. Пошли кого-нибудь в Беркли Миллс, я это место не отдам. Теперь мы закрепимся в этом районе, от меня ты жалоб не услышишь. Ну что ж, друзья, мы захватили еще один район, и теперь нам будет доступен Биг Босс, очередной, которого мы будем заваливать с вами в следующей серии. И теперь, соответственно, эти ребята будут нам также обязаны, как и другие банды. Теперь у нас у каждой банды дополнительно по одному бизнесу есть. Открыто не обязательно задание, все чисто. Вот еще можно, да, посмотреть. И, соответственно, домовая фигурка Земи у нас теперь есть. Можно ей также пользоваться. Заработали мы отметку. Отметки используются для оплаты услуг союзников. И, наверное, еще что-нибудь нам дали такого хорошего. Но что-то я пропустил, я потом посмотрю тогда просто в записи, что нам дали еще интересного.
Так, с бизнесом, с этим мы с вами разобрались. Денег у нас с вами не очень много осталось, но теперь их будет больше. Давайте вызовем нашу подружку, которая возит денежку. Скинем лишнее. Вот она едет у нас. Давайте скинем ей. На. Давай, чеши. Все, уехала. Так, и давайте мы еще с вами, соответственно, посмотрим тут вот хпшечки возьмем, всякие патрончики, всякие и прочую чушню. Вот здесь есть у нас хпшечки. А патрончиков, наверное, уже все собрали. Тут еще деньги валяются. Автоматов, я смотрю, здесь больше нет никаких. Да, ни автоматов, ни пушек. Все забрали. Жаль. Ну, в общем, мусорный бизнес теперь наш. Я вас поздравляю. Вообще мне это место не очень нравится. Ну, наверное. А, вот, смотрите, винтовка есть. И можно патроны, да, увеличить. Количество патрончиков. Ну, не так уж и много их увеличилось, 6 штучек, но 6 штучек иногда играют большую роль для того, чтобы апнуться и пойти дальше. На этом, дорогие друзья, мы с вами тогда попрощаемся, продолжим в следующий раз. Приходите, еще будет много всего интересного. Пока-пока.